Представители Донецкой мэрии не могут связаться с властями в Киеве. Об этом заявил на встрече с европейскими послами особого назначения первый заместитель городского головы Николай Волков. В частности, по его словам, уже который день не удается поговорить с министром финансов. Говорит, он занят. Это по личному вопросу, я не могу с ним переговорить. А вот имени миллионного города, ну, должны идти нам навстречу.